Николай, с победой вас. Можно комментарий по игре, пожалуйста? Спасибо большое. Ну, игра отдалась сложно. Все игроки собраны буквально недавно, дня за три. Все со сборов, как бы, сюда приехали, не тренировались. Ну, первые 5 минут были нервозные, где-то пропустили, ну, по неосторожности. Потом собрались, стали чуть-чуть быстрее действовать с мячом и передачей. Какао подсказал насчет тактики и забили 2 гола. Как вам соперник сборной Грузии? Хорошая, мобильная команда, вся подвижная.